«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И у меня в гостях сегодня Юля Санникова, доцент, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. И мы сегодня говорим на такую интересную и увлекательную тему, как жизнестойкость, ресурс личности. Вообще про ресурсы я всегда очень люблю, потому что прямо иногда смотришь и видишь, вот этот человек в ресурсном состоянии, да, вот этот человек в дефицитарном состоянии. И что же такое вообще ресурс, наверное, сначала, да, и откуда, наверное, то, на что мы опираемся, да, на что мы можем использовать в той или иной жизненной ситуации. Ну, да? Можно, да, сказать, наверное, ресурс как некое средство достижения целей, да, либо обеспечения какой-либо там текущей жизненной задачи, решения проблемы. Дело в том, что ресурсы как бы повышают ценность человека в глазах окружающих, да, и, ну, его, конечно же, самого тоже, да, то есть он знает, что вот, например, вот на это опираясь, я вот тут более выигрышен, да. Это влияет и на мнение самого себя. Я так правильно понимаю, да? То есть я понимаю, чем я отличаюсь, например, там, от вас, там, вы от меня, да? Какие у вас есть плюсы, какие у меня есть, например, минусы, да? И тем самым вдруг понимаю, что можно эти самые ресурсы, оказывается, наживать, как бы образно говоря, да, укреплять, нарабатывать, да, и осознавать. Присваивать. Потому отлично. Что иногда он есть, а он, да, как бы в зоне неосознавания находится, или человек, например, его обесценивает так, что он фактически, ну, не пользуется в жизни и не может показать другим, наверное, да, и эффективно его использовать. Ну, это мы так вот сейчас общими словами о ресурсах. Но нам сегодня бы хотелось с вами, да, проговорить про такой, как жизнестойкость. Откуда этот термин, понятие это? Ну, мне, наверное, хотелось сначала добавить, что вообще, если мы говорим о ресурсах, то жизнестойкость — это некое качество внутреннее, которое нарабатывается, приобретается человеком прижизненно, и которое дает ему возможность использовать не только собственные ресурсы, но и ресурсы все-таки внешней среды, в том числе тоже. Да? Вот. Вообще, сам термин достаточно, ну, скажем, свежий, новый, особенно для нашей отечественной психологии. В зарубежной психологии термин появился лишь в 80-х годах 20 века. Американский психолог Мади его ввел, но у него он звучит как hardiness и фактически переводится дословно как выносливость. Выносливость как способность выстраивать систему убеждений о себе, мире, об отношениях с миром. А в обиход уже отечественной психологии термин попадает благодаря Алексею Леонтьеву в 2000 году, и он его переводит, Дмитрий Алексеевич, как жизнестойкость. Да, и он рассматривает ее как целостную характеристику личности, да, то есть как ответственность личности за успешность преодоления различных сложных для него жизненных ситуаций. Вот вы сейчас вот это говорите с точки зрения психологии, а я вот прямо изначально представляю, как зарождается жизнь. Да? Да. Вот когда сперматозоид пытается оплодотворить яйцеклетку, да? Есть жизнестойкие, есть нежизнестойкие. Да? Вот так и в жизни, да, мы с точки зрения психологии можем с вами тоже посмотреть на людей, и у кого-то эта компетенция встроена в его личность, да, а у кого-то, может быть, она тоже встроена, но он ее не осознает до конца, или же она не развита на таком уровне, на котором можно было бы на нее опираться. Правильно я понимаю? Да? Да. Мне очень понравилось. То есть, на самом деле, существует множество смежных понятий. Например, там Ананьев говорит о жизнеспособности. Тоже, на мой взгляд, такой красивый термин. Да? Кто-то говорит, Ролла Мэй говорит о мужестве творить. Да? Вот что-то тоже, да, про это. Да? Кто-то говорит про зрелость, например, Олпор. Да? Вот. И мне кажется, в общем, в этом... В рассмотрении этого понятия будет как раз вот такая вот метафора. То есть изначально вот еще смежным термином является резилиентность. То есть вот, еще скажем раз, так, как? Резилиентность. Ага. То есть вот мне кажется, можно жизнеспособного человека сравнить, ну, например, там, с мячиком резиновым, да, то есть, например, его сжали, но он снова вернул прежнюю форму, его там бросили об стены, он вернулся, и с ним, в принципе, ничего не случилось. Да. И, тем не менее, он остается цельным, да, сохраняет свою форму, и функции свои остаются при нем.
те же самые. Да, и в этом смысле, наверное, человека не жизнестойкого, можно вот с неким сдутым мечом, да, который, в общем-то, да, при каких-то ударе, внешних да. воздействиях, ну, меняет свою форму, соответственно, да, в общем, деформируется, страдает под влиянием внешней среды. Вот как-то так. Хорошо. Вот это такие смежные термины, немного было об истории, да, а каким образом вот структуру эта компетенция наша с вами встраивается? В каком возрасте это все начинается? Угу. Ну, я тогда, наверное, скажу о том, ну вот как в концепции, например, того же МАДИ, три главных компонента, которые составляют ядро жизнестойкости, и уже там, как они будут формироваться. Первое, как он его называет, это вовлеченность. И он объясняет, что же это такое. Это уверенность в том, что я могу найти то, что мне интересно. То есть, если мне интересно, я тогда вовлекаюсь, да, появляется и процесс, и результат. Да, и, то есть, фактически, это уверенность в себе и в том, что мир хорош, он идет навстречу нам. Вот этот компонент формируется достаточно рано, но и для того, чтобы он появился, конечно же, это детский возраст, да, когда ребенок воспитывается в атмосфере поддержки, принятия, любви, да, то есть я хороший, мир хороший, да, другими словами мы можем сказать. То есть мы как родители, да, если мы ответственные родители, то мы можем уже понимать, что вот эту компетенцию мы взращиваем в ребенке с маленького возраста. Ну, буквально, да. Когда оказываем ему поддержку, когда его всячески настраиваем на то, что мир тебя любит, мир тебя принимает, да, люби мир тоже. Да, да. Это такой хороший очень посыл, такая базовая прямо основа, да? Да, я бы сказала, что здесь в противном случае человек ощущает свою отверженность, ненужность, ощущает себя вне жизни. Да? Вот. То есть как будто бы я за пределами, да, всего происходящего, я просто с точки зрения наблюдателя. Да, то есть я бы даже сказала, что таким образом как будто бы получается, человек начинает обесценивать самого себя и окружающую жизнь. Это прекрасно можно вот известным анекдотом, да, проиллюстрировать. Да? Например, там человек выпил коньяк и говорит, фу, какая гадость, там клопами пахнет. А другой, который с вовлеченностью, говорит, ну как интересненько, да, клопа раздавил, коньячком пахнет. Да, то есть вот что-то вот про умение найти вот в любом каком-то моменте что-то интересное для себя, ценное, полезное. Смотрите, это, в принципе, тоже зависит от родителей, да? То есть, например, это же ешь яблоко. Стиль жизни, да, наверное. Конечно. Да, конечно. Кто-то говорит, эти яблоки все время там кислые, там твердые, да. Еще что-то, да. Я в это же время видела, ну, это прямо история из жизни, да? А мама говорит, а ты кушай, потому что вот именно в кислых яблоках, которые быстро ржавеют, в них знаешь, сколько витамин, да? Они просто тебе полезны. И ребенок уже на это яблоко, которое кислющее, зеленое, твердое, смотрит уже на какую-то кладезь, на какую-то ценность. Да, вот в таких вот мелочах как раз, оказывается, мы можем закладывать то качество личности, как жизнестойкость. Да, я сейчас вспоминаю такой прекрасный фрагмент советского фильма «Джентльмены удачи», где вот этот заведующий детским садом приходит в группу детей, воспитательница говорит, боже мой, завтрак, дети ничего не едят. И он приходит к детям, да, и говорит, дети, я вас обрадую, завтрак сегодня отменяется. Дети, ура, ура. Мы летим на космическом корабле, возьмите ваши космические ложки и хорошо подкрепитесь, потому что до обеда наш космический корабль на Землю не вернется. Да, да, потрясающе. Посмотрите, да, прямо можно брать такие примеры педагогические, да, из литературы и из, пожалуйста, например, да, которые дают возможность найти свой интерес, да, в том, что происходит. А это как раз и есть ядро, да, вовлеченность. Да, 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 да. Вот второй компонент, хотелось бы на нем поподробнее остановиться, это контроль, да, то есть это убеждение в том, что борьба, собственные усилия влияют на результат событий, даже если нет гарантии. Но здесь можно вспомнить вот эту притчу про лягушку в кувшине, да, одна из которых, в общем-то, да, лапки кверху и утонула, да, другая, да, прыгала и взбила, да, вот это вот все в масло. То есть... Хотя никогда не думала о том, что, да, какой-то будет результат. Она просто решила не сдаваться. Да, действительно, да, то есть получается, что человек с развитым вот этим компонентом, он, в общем-то, давайте ощущает, еще его раз назовем. Контроль над своей жизнью. Да. Контроль над своей жизнью. То есть в данном случае человек ощущает себя как автор и хозяин своей жизни. Да, он может говорить, я сам выбираю, я ощущаю, да, я вижу выборы, я могу. Да, то есть он фактически присваивает себе свою собственную силу, я бы так сказала. Отлично. Но вот про ответственность здесь же,
Угу. Да? Или ответственность это будет третья? Я бы сказала, что, наверное, здесь, да. То есть это, если это мои выборы, то это и моя ответственность за эти выборы. И мне вот очень понравилось, да, то есть противоположным полюсом является как раз чувство беспомощности. Я ничего не могу, и от меня ничего не зависит тогда. Давайте сразу же вернемся, опять-таки, в детский возраст. И мы с вами понимаем, что ребенок ведь он тоже пробует, да, взять под контроль какие-то свои действия, какие-то свои результаты. И при этом мы, как родители, можем ему в этом или помочь, или нанести такую травму, что он потом, в принципе, больше не будет никогда даже пробовать это делать. Да? Да. Ситуации, например, какие вам приходят в голову? Ну, я думаю, что здесь уже возраст, речь идет о возрасте постарше. Это уже точно дошкольный возраст, там с 3 до 7. Потому что у нас вообще функция контроля в мозге, да, она как раз отрабатывается с 7-летнего возраста там, и дальше. Да, и далее, да. То есть, когда ребенок начинают проявлять инициативу, да, и в этом смысле это реакция взрослых на проявление инициативы, то есть это либо наказание, либо поддержание. Причем интересно, что здесь важно для того, чтобы этот компонент сформировался, чтобы ребенок решал задачи повышенной сложности, даже на пределе в какой-то своих степени, возможностей. Да. Да, то есть тогда я не просто, да, вот как там даже, да, по Маслову, не просто стать там хорошим, вернее, специалистом каким-то, да, а прям первоклассным, да, то есть это вот что-то вот про такую внутреннюю мотивацию, может быть, про азарт, да, какой-то. Конечно. И вот смотрите, опять-таки, в бытовых условиях, да, ребенок строит там из подушек какие-то там, да, из стульев какие-то там замки, да, и один родитель может сказать, да что тут за кабардак такой там, да, немедленно все это разбери, и он понимает, что бы он ни делал, это не имеет цены, да, вот, и он никак не может повлиять на ход событий, да. И тут же родитель, который подключается, да, еще выше, еще больше, что-то да, еще сейчас можешь, как где-то ходы. Да? А там, как да. еще можно, да, конечно. Что еще можно сделать? А если она падает, эта башня, то тогда что? Да, и когда, если даже падает ребенок, например, там ревет, и один из родителей может говорить, ну вот я же тебя предупреждал об этом, да, что это все упадет, зачем ты это все строил, да, а другой, давай вытирай слезы и строй заново, да. То есть вот от нашей с вами позиции, опять-таки, смотрите, вот это такое понятие емкое, да, такая важная структура личности, как подструктура, наверное, да, потому что у нас же их много, жизнестойкость, она развивается опять с помощью родителей. Ну, конечно же, и не без участия самой личности, которая растет. Которая растет, да. Ну, я думаю, что далее это уже не только родители, но уже, да, там и педагоги и так далее будут включаться активно. То есть получается, что именно, еще раз я хочу сказать, да, противоположным полюсом контролю будет именно чувство беспомощности. Я ничего не могу. И тогда мы можем каждый раз в ответ на «не могу» задавать вопрос, хорошо там, да, а что все-таки ты можешь в этой ситуации, да? То есть... Вы, кстати, вы знаете, в практике часто встречаю детей, у которых очень часто звучит это слово, не да, могу. «Я не могу». Я не могу это, я не могу это. Не вот не хочу, а не могу. И вот тут это надо, тоже конечно, перекладывание ответственности. Да. Тогда да. Я не хочу это, а вместо этого я хочу что? Что? Да. Поэтому мы, конечно же, должны с вами обязательно, если вдруг вы понимаете, что вот у ребенка есть вот сейчас то, что мы описываем, да, вот этот уже какой-то второй, другой полюс простроен, да, то тут надо не упустить, мне кажется, возможность, да, и разобраться. Да. Чем можно помочь еще, например, какие еще варианты подростку? Есть, конечно. Да, например, ребенок может не видеть всех вариантов, да, а взрослый здесь может, или там, да, побуждая его рассуждать, да, как бы находить какие-то, да, способы разрешения какой-то трудной ситуации. Но я думаю, мы можем к третьему компоненту, это принятие риска. Так. Вот на самом деле, несмотря на контроль, да, несмотря на то, что мы говорим, человек там, да, автор своей жизни и хозяин, да, не все от него зависит. На самом деле есть внешняя среда, да, есть, например, неудачи, есть другие и какой-то люди. Негативный опыт, который может быть, да, скажем так, использован во благо личности. То есть вот принятие риска рассматривается как убеждение в том, что все, что случается, нужно для развития. Да, такая получается положительная переоценка ситуации, да, и когда. Человек говорит, да, не про положительный, отрицательный опыт, а про опыт приятный и полезный. То есть любая ситуация, какая бы она ни сложилась, она будет для меня
уроком. Да, да, я извлеку уроком. Опыт из этого урока и его себе присваиваю и иду дальше. Да, 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 то есть да, вот да, на этой там, ситуации не заканчивается твой сценарий жизни. Да, 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 как вот да, в военном деле, да, что вообще полная победа, она складывается, да, из в том числе поражений каких-то, угу, да, которые иногда дают более ценный опыт даже, нежели победы. Вот смотрите, угу, как этому можно научить личность, растущую личность? Да, вот всего. Я здесь прежде всего хотела бы акцент сделать на разнообразном опыте, угу, который эта личность должна получить, то есть, ну, в том числе, да, то есть это новое впечатление, это изменчивость и разнородной среды. Вот очень часто вот наблюдаю, например, ситуацию примерно следующую. Не знаю, там, например, взрослый играет с ребенком в шахматы, и ребенок проигрывает. Угу. Да? И иногда взрослые для того, чтобы избежать каких-то негативных переживаний там ребенку, ну, например, идут, угу, ему на уступку, угу, там, ой, знакомая ситуация, да, да. И тогда, не знаю, например, он все время в ситуации, угу, победителя, угу, вроде бы все хорошо, эмоционально, а комфортно, раз? А в жизни все по-другому, угу, да. Или, например, ну, то есть ребенок где-то должен, ну, получить опыт, например, отказов, да, каких-то, может быть. Однозначно. Да, обязательно. Неудач, и лучше, чтобы он это получил, да, именно где-то вот здесь, да, в безопасной среде. Да, с, может быть, с обсуждением, да, вот, и в этом смысле вот эти так называемые тепличные условия, которые иногда из самых лучших побуждений создаются родителям, да, родителями, в общем-то, mm-hmm, потом дурную шутку им играют. Потом, да, играют. Такая медвежья услуга своего, да, рода, да? То есть получается, что они находятся в условиях очень однородной среды, которая не богата, да, вот этим, да, жизненным опытом. И вот сюда же я бы отнесла, наверное, вот как раз взращивание в детях вот этой вариативности мышления, да, то есть когда ты на одно и то же событие, на одну и ту же ситуацию можешь посмотреть с разных вообще абсолютно сторон. Да. И иногда ребенку не хватает на это своего жизненного опыта, да, тогда мы можем предложить ему и еще какие-то варианты, и тоже также обсудить. Да? Да, вот да, я, к примеру, угу, опять-таки хочу привести. Вот ребенок сидел, учил уроки, и никак не может там, ну, очень много задано, никак не может там, например, какой-то предмет выучить, угу, а уже поздно, да. Мама предлагает ему: ты уже все, ложись спать. Он говорит: у меня урок недоучен, да. Ну, хорошо, какие есть варианты, да. Он говорит: ну, вот завтра там рано встану и, угу, выучу. Вариант, а почему, угу, бы нет? Встану, как всегда, не выучу, получу 2. Как вариант. Приду, у кого-нибудь спешу. Как, угу, вариант, угу, да? Меня вообще не спросят, не будет двойки. Тоже как, угу, вариант. И вот таких вот вариантов их может быть много. И когда ребенок это видит, угу, да, то есть как бы у него-то, вот, как, может быть, в данный момент, когда вот он видит, что он просто урок не выучен, он не видит вот этих возможностей, как может развиваться событие. Да? И это тоже к вопросу жизнестойкости, потому что, да, на самом, да, деле дети, которые умеют где-то вовремя списать, где-то вовремя с кем-то договориться, где-то вовремя что-то сделать, да, это тоже здорово потом в жизни, этот опыт помогает. Это тоже правильно выстраивание коммуникации. Ну да, но здесь я бы хотела бы сказать, да, с точки зрения, ну, иногда, да, получить двойку, это, угу, тоже очень полезно. Да, да, чтобы для себя, да, сделать определенные выводы. Да, и там, не знаю, посоветоваться, проконсультироваться с своими одноклассниками, да, угу, то есть, и, например, обсуждение этой жизненной ситуации, например, а какие еще возможности были упущены, что, угу, можно было сделать до этого, да, угу, например, не заводя ситуацию в тупик, например, да. Да, да, обязательно. То есть анализировать, угу, да, проговаривать, показывать, объяснять, ну, это вообще удел нас, угу, родителей. Да, да, для, да, да, да. Если у вас есть дети. Итак, я правильно понимаю, первое – ядро – вовлеченность, дальше контроль над своей жизнью и дальше принятие рисков. Да. Да? То есть если вдруг человек говорит, что я вообще такой вот прямо по природе своей такой не рисковый, я вообще не собираюсь ничего вот там вот варьировать, ничего, угу, вот эти какие-то, да, вот… Вот я вот тут вот живу вот в своем вот собственном мирочке, да, и оставьте меня, пожалуйста, в этом мирочке. Uh-huh. То, опираясь на вовлеченность и контроль над своей жизнью, не развивая вот это третье качество, да, уже жизнестойкость уже не на таком хорошем уровне. Да, правильно, да, я понимаю? Да, 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 да. То есть если выпадает какой-то компонент... Пример.
примеры такие очень интересные привести. То есть, например, на самом деле, вот, когда мы говорим о жизнестойкости, да, мы рассматриваем это как некий ресурс, который человек может в себе развивать, который он может в себе осознавать. Да? То есть это не отрицание, например, проблемной ситуации как таковой, да, а способность признать наличие да, этой проблемной ситуации, смелость изменить эту ситуацию, выгоду, скажем так, для себя. И вот интересное исследование, о котором я говорила, да, оказывается, например, жизнестойкость тесно связана с нашим состоянием здоровья. Так. И если у человека, например, высокий уровень развития всех трех компонентов, то есть 1% вероятности, что он заболеет, если выпадает хотя бы какой-то один компонент, сразу же 50, ну, примерно округленно 58%, то есть почти наполовину снижается. Если у нас на высоком уровне развит какой-то один из компонентов, вероятность заболеть 72%, а если ни одного, низкий уровень всех трех, ну, 93 фактически. То есть это как получается жизнестойкость равно здоровье. Да. Угу. Да, здоровье, я думаю, что успешность, эффективность, то есть очень много мы можем, ну, как бы, последствий жизнестойкости увидеть, да? Да, увидеть, да, или связанных, смежных понятий. И я хотела еще здесь отдельно остановиться, что на самом деле вот жизнестойкость – это и способность к преобразованию неблагоприятных обстоятельств, да, своего развития. Например? Ну, я не знаю, да, это условно говоря, как минус переделать в плюс, да, например, какую-то сложную ситуацию, ну, например, сейчас вот вспоминается там у знакомых ситуация, ремонтирует машину, сложный клиент, все время чем-то недоволен, все время придирается, то есть и в этой ситуации увидеть но какой-то некий уникальный опыт. Я смогу, научусь работать с такими сложными клиентами. Я настолько разберусь, да, например, в деталях и механизмах, что мне этот опыт будет, ну, крайне полезен. Да, то есть... Я потом, опираясь на него, да, прямо могу сказать, что я эксперт в этих вопросах. Да, отлично. Например, вот так. И интересно мне показалось, да, а какие же механизмы еще развития жизнестойкости мы можем назвать, помимо того, что мы уже обозначили. То есть это, во-первых, такие, я бы сказала, жизнестойкие убеждения. То есть мы видим, что фактически жизнестойкость начинается с системы оценки ситуации. Да? Какая это ситуация, какой я в этой ситуации. И несмотря на то, что наши убеждения достаточно устойчивы, мы все равно можем их менять. Потому что если убеждение ложно, вот, например, там, ближайший какой-то пример, там клиентка жила и живет с убеждением о том, что, например, там никому нельзя доверять. Или, например, я никому не нужна. Да? То есть, соответственно, это убеждение формирует всю ее жизнь, сценарий и так далее. Да? И вот. Стиль жизни. Да, и стиль жизни. Вот второй, скажем так, механизм – это создание мотивации. Да? Например, преодолеть, справиться с этой какой-то, может быть, сложной жизненной ситуацией. За счет этого активизация, мобилизация, которая дает энергетический подъем какой-то. Да? Вот. Дальше мне очень интересным показалось – это увеличение ответственности и заботы о своем здоровье. То есть, несмотря на то, что жизнестойкость это некий такой ресурс психический, психологический, но... Он очень сильно сказывается на физическом уровне. Да, и наоборот, да, получается, что когда мы чувствуем бодрость, да, то есть, когда мы, не знаю, там, выспались, да, когда мы сыты, сыты, то есть мы фактически через ресурс тела начинаем активизировать уже психологические ресурсы. Ну и если, например, собственных ресурсов недостаточно, у нас всегда есть в нашем окружении те люди, которые нам могут оказать социальную поддержку какую-то. Да? Моих ресурсов недостаточно, но тогда они есть во внешней среде, просто нужно оглядеться, осмотреться. К этому обратиться, да? Вообще зависание в нересурсных состояниях ведет к таким, ну, психологическим расстройствам, да, как мы уже говорили, и, конечно, к проблеме со здоровьем. И поэтому очень часто бывает, да, что человек, будучи, пребывая долго в нересурсном состоянии, да, у него, в общем-то, сказывается на все сферы. Сфера дружбы, семьи, там, да, работы и всего остального. И вот можно в этом пребывать годами, да, а можно просто обратиться реально к специалистам, которые работают, да, для того, чтобы найти
эту проблему, решить ее, эту задачу, да, и уже... Ну, я даже скажу, да, что на самом деле это может быть и специалист, а с другой стороны, в нашем окружении есть и люди, которые, выслушивая нас, могут дать нам ценный совет, да, или у нас поддержать. Появляется возможность вообще услышать самих себя, да, получить какую-то альтернативную, ну, как бы, точку зрения, взгляд на происходящее. Я просто, знаете, Юля, я бы просто за более качественные, да, потому что мне кажется, что вот специалист, он быстрее тебя приведет в ресурсное состояние, это нежели да. вот ты будешь ходить к подругам, там, да, к родственникам, да, ну, а если они тоже не в нересурсном состоянии, да? Ну, я согласна. Поэтому здесь, мы с вами да. должны... Даже выбирая, например, психотерапевта, я для себя всегда определяю, да, например, даже личная там терапия, да, я для себя определяю, вот этот специалист сам в ресурсе или нет, да? Могу ли я с ним, там, да, выйти на другой уровень развития, или же я, опять-таки, там только, ну, останусь там, да, золотая, какие-то определенные там свои какие-то моменты, еще что-то. Да, то есть ресурсность это фактически, да, и наполненность, да? Конечно, Это разные всякие вещи, в том числе вдохновение, давайте вера. Еще, у нас есть немножко времени, да, прямо как-то вот так обобщим для всех наших слушателей, как же можно развивать компоненты жизнестойкости? Причем, вот можно прямо даже, мне кажется, проговорить, вот мы уже говорили там про детей, да? А давайте сейчас возьмем вот уже такой взрослый, да, больше взрослый человек. Ну, я, наверное, сказала бы, да, то есть переложив это все. Ну, во-первых, такая вот, да, базовый взгляд на себя и на окружающий мир. Я хороший, мир хороший, да? То есть это, опять-таки, да, не обесценивание, а присвоение, да? Вот даже дети, вот, да, например, когда мы им читаем сказки, да, они себя очень часто ассоциируют, там, например, с тем или иным героем, да? И ведь это тоже вот моменты такие проговаривания, да? Вот я хочу быть там Ильей Муромцем, да? А почему? А потому что вот он там защищал землю русскую, там, да, народ, там, русский, еще кого-то, да, все, ты уже какое-то себе ресурсное такое состояние присвоил. Отлично, будь этим Ильей Муромцем, не важно, что тебя зовут Паша, да, образно говоря. Отлично. Но я бы даже, знаете, наверное, если совсем кратко и лаконично, да, с учетом времени. Нет, у нас есть время у вас еще. Вот хочу, могу и надо. То есть хочу — это про вовлеченность, четкое понимание, чего мне нужно, что мне нравится, куда я хочу идти. Да, второй компонент — что я могу сделать для того, чтобы дойти, да, до этой точки. Да. Да, и, соответственно, надо, да, то есть некие внешние, внутренние препятствия, да, может быть, сама ситуация неопределённая, и риска, да, которую, ну, с которой нужно справиться, да, то есть есть некая внешняя среда, на фоне которой. Вот когда есть согласованность всех этих компонентов, мне кажется, и человек счастлив, и внутри него все, да, спокойно и гармонично, и его ресурс жизнестойкости работает на полную катушку. То есть, Юля, мы сейчас можем, например, так как у нас практическая психология, да, прям предложить нашим слушателям прописать, да, взять листочек, там, карандашик, да, и написать, чего я вообще хочу в этой жизни, да, что я могу, да, и чего надо. Да. И посмотреть, какой сценарий у меня складывается, да? Да. Посмотреть, где мне нужно усилить. Вот это, может быть, у меня хочу-то очень много, да? Да. Могу, тоже неплохо, но вот как-то принять, что вот это вот надо, ведь еще кому надо? Или нужно, да, что-то другое. Или что-то нужно другое, да. И как тогда быть с этим? Вы пробовали эту методику? Ну да, в разных вариациях. Я думаю, что довольно любопытно, да, то есть вот четко, да, вот я знаю, например, даже в плане какой-то тренинг, работы, да, там в некоторых подходах в течение часа даже человеку предлагают прям проговаривать, что я хочу, да. Потому что, смотрите, мы иногда не осознаем вообще вот эти свои хотелки, да? Да, свои собственные потребности, а с них начинается, вот, скажем так, да, движение. Ядро-то вот это, да, жизнестойкости. Да, да, да. А потом уже, да, вот, а что я могу, да, и что вообще в среде происходит, да, что на самом деле момент надо, потому что человек может хотеть, например, с точки зрения даже планирования собственных дел, много чего сделать, да, но для того, чтобы, ну, как-то разобраться, да, с этим, там есть разные приемы, да, например, там важные, неважные, срочные, несрочные, это уже некая классификация, да, и тогда это дает возможность, ну, как бы вот, может быть, более целенаправленно двигаться, да, там в своей жизни, а не хаотично, да, там, вот, и получается, что я даже думаю, что если там захочется сделать еще шаг, да, можно прямо хочу и не хочу даже, да, могу и не могу, да, и уже надо и не надо конкретизировать. Вот видите, как здорово. Давайте мы сейчас еще в завершение повторим, что же у нас такое жизнестойкость, да, и
наверное, на этом уже закончим сегодняшнюю нашу программу. Мы сегодня говорили о том, как развивать компоненты жизнестойкости, жизнестойкость как ресурс личности. Итак, подведем такую определенную черту. Ну, я бы сказала, что жизнестойкость — это прежде всего такая вот, может быть, установка, да, которая делает жизнь ценной и придает ей смысл при любых обстоятельствах. И для того, чтобы жизнестойкость, ну, не знаю, могла быть проявлена в полной мере, да, то есть она требует и адекватной самооценки человека, и его волевого потенциала, да, и высокого уровня его вообще коммуникативных каких-то навыков, потому что не все я могу сам, да, и нужно контактировать со средой в плане даже реализации своих желаний, да. И я бы сказала, что жизнестойкость — это один из главных параметров именно способности к зрелым и таким сложным формам саморегуляции. То есть это показатель в том числе зрелости человека, его, ну, не знаю, наверное, да, самореализации. Вот такой замечательный ресурс мы сегодня разобрали, да? Дай Бог, чтобы у каждого человека жизнестойкость была на высоком уровне. Сегодня в программе «Практическая психология» у меня в гостях была Юлия Санникова, доцент, кандидат психологических наук. Юля, спасибо вам большое. Программа была очень интересная. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. «Практическая психология».